Росстандарт готов оказывать любое содействие предприятиям «Мариэл». Глава республики Юрий Зайцев провел встречу с руководителем Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии Антоном Шалаевым. Рад с вами познакомиться. Действительно, и то, что знаю, ваш руководитель у нас достойно трудится в республике, региональный, я имею в виду, руководитель. Вот. Поэтому готов обсудить какие-то есть, может быть, к нам, как к органам исполнительной власти вопросы, может быть, что-то, помощь какая-то или взаимодействие, или, может быть, что-то нам надо поправить здесь в нашей деятельности. То есть мы, конечно же, готовы. Руководитель агентства отметил, что задача Росстандарта – оказывать максимальную поддержку и содействие в деле стандартизации продукции ведущих предприятий региона в разных отраслях, их производителей продуктов питания и других товаров, и особенно предприятий, выполняющих заказы Министерства обороны. Также Антон Шалаев посетил некоторые крупные предприятия Йошкар-Олы, изготавливающие высокотехнологичные измерительные приборы, и был приятно удивлен. Очень приятно, что на территории республики появляются очень интересные инновационные предприятия, производители высокотехнологичных средств измерений. У нас была сегодня возможность посетить одно из них. Причем мы много видим подобного оборудования здесь, не то что на уровне зарубежных аналогов, а по целому ряду показателей существенно превосходят зарубежные аналоги. И марийские, в данном случае, инженеры создают измерительное оборудование, которые на сегодняшний день не существуют нигде в мире. Как отметил Антон Шалаев, те приборы собственной разработки, что создаются сегодня в Мариэл, не просто замещают импортные аналоги, а в ряде случаев превосходят зарубежные технологии.